Члены общественного совета при МВД России по Кировской области посетили дежурные части отделов полиции областного центра, где познакомились с условиями содержания задержанных и пообщались с сотрудниками и обычными гражданами. Наибольший интерес общественников вызывает помещение, где могут возникать проблемные, даже конфликтные ситуации. Это специальное помещение при дежурных частях, где содержатся задержанные за различные административные правонарушения. Произошедшие в последние годы изменения разительны. Задержанных обеспечивают трехразовым горячим питанием. Для них оборудованы места для приема пищи. Ведется системный контроль за действиями сотрудников полиции. Помещения оборудованы видеокамерами, записи с которых помогают решать многие вопросы. Претензий со стороны граждан во время посещения дежурных частей высказано не было. Видно, что права граждан в период проверки, по крайней мере, мы видим, что они соблюдаются. Хорошо, что граждане информируются о всех возможных случаях обращения как и в общественные советы, так и в другие официальные органы. Чем чаще различные, так сказать, то есть правозащитные организации, так сказать, будут осуществлять посещение, тем лучше для всех. То есть открытость, она, так сказать, всем на пользу. То есть действительно в плане обеспечения условий содержания, ну, видно, что, так сказать, улучшение есть. Прорыв произошел. Просмотрев, я лично думал увидеть худшее. И, как объяснял замначальник УВД по дежурной части, улучшение предвидится еще. Мы это радует. Люди попадают и случайные, и радует, что их кормят нормально. В случае обращения медицины не отказываются ни в чем. И все делается под контролем. Также члены общественного совета познакомились с возможностями программного комплекса «Безопасный город». Ежедневно в дежурную часть поступает около 1000 сообщений, большинство которых требует оперативного реагирования. Повышение доверия населения к деятельности полиции подтверждается тем, что ежегодно число обращений в полицию возрастает примерно на 15%. В дальнейшем члены общественного совета при УМВД планируют побывать на других объектах органов внутренних дел. В ближайших планах посетить один из межмуниципальных отделов в области, спецприемник и изолятор временного содержания. Михаил Конышев при содействии пресс-службы УМВД.